Всем привет! С вами редакция Проспорт.кз, отдел Киберспорт. Сегодня у нас в гостях Азиз 4313 Нормудин, менеджер команды V-Gaming, и четвертая позиция команды V-Gaming, Исламбек Арау Шалдубаев. Как доехали? Все ли хорошо у вас? Да, неплохо. Доехали. Я доехал нормально, хотя живу очень далеко от города. Опоздал? Полчаса, да. Опоздал. Хорошо, тогда сразу перейдем к интервью. Как поживает V-Gaming? Все ли у вас хорошо после замены Мелоди на Антоха? И вообще, как повлияла эта замена на общий дух команды? Да, в принципе, ну, обычно такое происходит в любом спорте. Все прекрасно, думаю, у нас будет. Хорошо. Насчет V-Gaming. Можете рассказать о вашей команде, о вашей организации побольше, поподробнее? Как я сам слышал, команду собирал Айбек на Евтокаев. Но, как я понимаю, это неверно. Вопрос интересный, откуда ты слышал это? От Айбека на его. Ну, команда изначально была собрана как раз вот нами, двумя, получается. Мы сидели с Исой в заведении одном. Культурно сидели, чай пили. И после того, как мы вышли с этого заведения, мне позвонил человек. Я вообще абсолютно не знал, с России. Предложил собрать состав. Ему там один мой знакомый сказал, что я менеджер в Казахстане, то есть я могу собрать состав. Я, если честно, не помню даже, почему он решил именно собрать состав из казахских игроков. Вот, и он позвонил мне, предложил там спонсорство там, и так далее. Ну, мы как раз вот с Исой вышли. Я сказал, вот так-то так-то, позвонили. Ну, Исламбек сразу не поверил мне. Ну, было так, то, что мы идем с ним по улице, и уже должны были расходиться по домам. Мы идем к его дому, и по дороге ему звонят с России. Он отходит на минут 15-20, пропадает. Я думаю, что-то какая-то проблема, что ли, произошла. Он подходит ко мне и говорит, ты же свободный агент. Я говорю, да. Вот предлагают собрать команду, спонсорство предлагают с России. Так-так, я такой. Я думал, это какая-то шутка, что ли. Ну, вначале не поверил, потом уже понял, что это серьезно, и решили уже сразу на месте же примерно пораскинуть мозгами и подумать, кого можно взять, кого можно, так сказать, переманить из команды. И уже примерно состав нарисовался уже тогда, изначально. И тот состав, который нарисовался тогда, уже, ну, по сути, есть сейчас. Команда, название другое было еще. Тим Каспиум. Да, название было Каспиум, Тим Каспиум. Но игроки были почти те же. Понял. Насчет игроков. Как у вас дела с Антохой? Какая он личность, и можете ли вы рассказать о нем побольше? Мы еще особо не играли с Антохой. Но пока, я говорю, потому что парень прикольный, неплохой. В серьезных турнирах мы еще не играли с ним точно. И не тренировались, так как сейчас идет International, и команд нет, с кем даже тренироваться нет, не с кем, по сути. Пока, я думаю, Антоха подойдет нам. Ну, это, знаешь, как чуйка. Понял. Сейчас инт в самом разгаре. И хотелось бы услышать от вас. Ожидали ли вы победу Spirit над Team Virtus.pro? И кто, по вашему мнению, поднимет эгиду? Ну, я ожидал. Потому что Spirit крутые. Они, ну, даже скажу, там, наши так, друзьяшки. И я вообще 100%, я вообще думал, что они 2-0 закроют. Я не удивлен. А кто, по вашему мнению, поднимет эгиду? Наверное, будет слишком типично, если сказать, что LGD. Но хочется верить в то, что могут спириты поднять на кураже. Зачастую так и бывает на интернешнл. Если ты с нижней сетки всех выигрываешь, и на кураже ты можешь просто дойти до финала и выиграть. Маня, коллапс, последняя поездка на этом турнире. CQ отправляется! Team Spirit, чемпионы! Ой, Виталий, слушай, ну 3-0 это уже где-то было бы слишком просто. Надо нам было подарить им типа 3-2. И смотрите на этих ребят, они побеждают на The International 10. Юбилейный. СНГ на первом, СНГ на 10. Возьмите такую стабильность за правилом. Красавчики. История циклична. Мы начали эту движуху, мы продолжим. СНГ победы должны быть такими крутыми, что они случаются раз в 10 лет. Нет, давайте в следующем цикле будем выигрывать почаще. Возможно, спириты, либо секреты. Ну, еще в теории,
в данный момент сейчас играют, я не знаю, доиграли нет, Vici и IG. Вообще сейчас любая команда, которая сейчас осталась на интернешнл, любая из этих команд может выиграть интернешнл. После Инта многие команды будут решафлиться. Какая команда, по вашему мнению, поменяет игрока или целый состав? Ну, на этот вопрос сложно ответить, потому что в каждом коллективе своя атмосфера. Может, кто-то переругался, еще что-то. Всякое бывает. Поэтому на этот вопрос очень сложно ответить. Жизнь киберспортсмена и жизнь менеджера в киберспорте. Насколько это сложно, насколько это непривычно для вас? Жизнь киберспортсмена отличается от обычной жизни тем, что ты из своих вот этих четырех стен не то что не можешь, ты не хочешь выходить куда-либо для того, чтобы добиться определенного успеха. Если ты хочешь быть в чем-то хорош, то ты должен уделять этому максимум времени. Но опять-таки у каждого человека, игрока свое, у каждого по-своему. Допустим, у меня, если я буду сидеть в четырех стенах 24/7, то у меня игра будет ухудшаться. Это уже все знают, я уже говорил это в группе, в интервью, ну, своей команде. То, что мне нужно все равно как-то раз в неделю хотя бы выйти и проветриться. Или погулять где-то. Что-то типа такого. Дома на неделю пропадает. Ну, это уже другое. Хорошо, а менеджер... здесь. Да, в принципе, то же самое, что практически как у киберспортсмена, потому что я нахожусь с парнями, ну, всегда. Все игры смотрю, и КВ, и так далее. Ну, клан ворог. Я не знаю, можно сказать, что я то же самое, что и у игроков, практически. Ну, если вопрос именно связан с тем, как живет менеджер, да, команда. Ну, плюс-минус то же самое, как у киберспортсмена. Как у игроков. А организация кланваров, практисов, все через тебя же проходит, да? Да. Это сложно? Ну, в самом начале было сложно, потому что когда ты приходишь, ты никого не знаешь. Ну, ты, блин, не знаю, в любой работе так. Когда ты приходишь, ничего не понимаешь, ничего не знаешь. Но со временем, когда ты набираешь опыта, ну, уже, ты знаешь, автоматом становится. Ну, это не так сложно прям. Конечно, хочется там забивать с лучшими командами, но не все хотят играть иногда, там бывает. Но сейчас уже у нас такие более серьезные уже тренировочные игры. Исламбек, часто ли ты сейчас играешь в пабы? И вообще, есть ли у тебя время на эти пабы, учитывая твой график, сплошные кванвары, практисы? И есть ли у тебя свободное время в недо? На данный момент, после турнира T2CL, вот четвертого сезона, как закончился, мы с командой решили взять отдых на неделю до конца инта. Но так получилось, то, что мы взяли отдых на неделю, но первые 2-3 дня я играл все равно в паблике, тренировался. И потом решил уже окончательно взять отдых. И вот сейчас уже третий день, наверное, уже не играю в паблике, потому что хочется все равно развеяться, чтобы набраться сил и огня в глазах, чтобы больше энергии было и больше интереса к игре. Все равно, чтобы не изживать свои силы, чтобы все больше интереса было. И так происходит, что сейчас, на данный момент, я больше отдыхаю. И недавно чуть-чуть приболел, простыл. Но ничего страшного, все нормально. Но самое главное, конечно, здоровье, чтобы поддерживать себя в форме, чтобы нормально мыслить, хорошо играть, быть в тонусе. Хорошо. Выздоравливай скорее. Спасибо. Это очень классно, что ты более пришел к нам. Это не корона, бро? Азиз, что в твоем понимании синергия внутри команды? И, по твоему мнению, можно ли добиться этой синергии, если изначально ничего не получается? Приведу пример. Звездный состав Error, Just Error? Ну да. Изначально команда, когда только собирается, там не может быть никакой синергии. Со временем, чем больше они общаются, становятся уже друзьями, начинают мыслить одинаково. Иногда некоторые действия происходят там в игре без слов вообще. Но синергию, ну, чтобы добиться синергии, это нереально сложно. И по сути, те команды, которые добились синергии, они сейчас вот на интернешнл играют. Угу. Насчет этого, если команда соберется из 5 звездных игроков, к примеру, Just Error, могут ли они добиться какой-либо синергии, учитывая, что там было чуть ли не 5
игроков, которые лидеры? Ну, у меня политика такая, что мышление, что из звездных игроков сложно сделать какую-то синергию. Ну, даже вот сейчас смотреть на International, вот команда Elephant, звездная, да, пятерка китайская, но они не смогли ничего показать. Мне кажется, это не самое важное сейчас. Вот именно собрать звезд и так далее. Какая цель у вашего состава сейчас? Ну, основная цель — это побеждать, ну, как у любой другой команды. Пробиваться на мейджоры, зарабатывать очки, чтобы попасть на International. Это у любой команды, мне кажется, такая цель. Что ж, тогда мы ждем казахскую команду на ИНТЕ, на мажорах. Мы будем вам только желать удачи. Бывает ли у вас такого, что у вас буквально возгорается огонь в глазах, у вас получается абсолютно все, и противникам ничего не может противопоставить? Как бы вы назвали это чувство? Это чувство, скорее всего, связано с тем, что все расслаблены, все спокойны, и ты можешь мыслить на холодную голову. Нету, знаешь, такого сумбура какого-либо, который может привести тебя к какой-либо ошибке. Допустим, ты вот в спешке можешь что-то неправильно сделать. Минимальная ошибка сейчас на вес золота в любой игре. Сейчас такая система в Доте, то что неважно, какую ты ошибку допустил, хоть малейшую, но есть шанс, то, что из-за этой ошибки игра может перевернуться не в твою пользу. И поэтому лучше играть на холодную голову, как говорится, на расслабоне, на чили, да? Хорошо. И желательно, конечно, чтобы не было сумбура никогда. Угу. Конечно, бывает такое, то, что кураж, и все вот начинают орать, кричать, ну это из-за того, что позитив, да, кураж идет. Адреналин играет, и все хотят выиграть, и начинают орать. И в это время желательно, на самом деле, чуть сбавить темп, успокоиться, в себя прийти и уже дальше продолжать. Иначе может это привести к многим, наверное, ошибкам, которые в дальнейшем могут привести тебя к поражению. Как-то так. Ну, у парней такая фишка есть, кричалка, да? Суши его. Да, мы его хотим сейчас переделать чуть. Суши перевести на казахский. Вот кептер называется, кептер его. Ну, как-то так. Хорошо. То есть именно эмоции сейчас не особо хорошо влияют на игру, да? Да, на самом деле да. Нужно играть. Желательно лучше сдерживаться чуть-чуть. Бывает ли у вас тильт после поражения? И если бывает, то как вы с ним справляетесь? Может, каждый из вас уходит поодиночку и делает анализ своих ошибок, или наоборот, вы впятером собираетесь, каждый говорит, кто что не так сделал, и вы делаете анализ этих ошибок? На самом деле, после проигранных игр у нас, ну, в нашей команде всегда такое происходит, то, что все расходятся на час, чтобы прийти в себя, собраться с мыслями, откинуть эмоции и уже спокойно посидеть, поговорить напрямую. Сказать, что ты не так сделал, и пытаться выявить ошибки, проблемы внутри команды, да? Но не так, то, что кто-то на кого-то наезжает. На личности лучше вообще не переходить. Но это все равно боком обернется в любом случае. И у нас так происходит, что мы всегда успокаиваемся. Нам уделяется час, чтобы все разошлись, покушали, там что-либо подышали, прогулялись. И потом после этого собираемся и начинаем обсуждать уже, ну, серьезно. А нет такого, то, что кто-то на кого-то может наехать или обидеть. Что-то в этом роде. Ну, тильт, конечно, у каждой команды бывает, любой команды. Только становишься, у тебя дазл котл. Тебя не убьют и не могут задавить никак. Вы можете за своей игрой следить? Я тебя умоляю. Ты стопа не видишь, что на боте. Заткнись, я вижу, как ты здесь сдохнешь, просто встань под тавер, это Б фарми. Ты что, совсем ты? У тебя мозгов, Даже у OG, на самом деле. Вот многие думают, что у OG не бывает тильта. Это не так. У любой команды, которая даже вот позитивно настроена хорошо, которая со стороны кажется, что они всегда на позитиве, даже у них бывает тильт. У любого игрока. Вчера даже. Никогда не проиграли. Да. Помнишь, у них лица такие были? Ну, даже на интернешнле вот LG проиграли, хотя все думали, что карту. Они... Да, даже после первой карты у NoTail было такое лицо, как будто он потерял все, ну, грубо говоря. И тогда уже были все в шоке, то, что все поняли, то, что все равно не бывает такого, что все на веселе всегда. На позитиве, только, ну, только в сказках такое бывает. Хорошо. Когда ты проигрываешь,
Вот мы играли ESL, наверное, ты видел, да? Да. И мы были в шаге, чтобы попасть на турнир, там призовой фонд, по-моему, 400 тысяч долларов был. Это тир-1 турнир, и мы были фаворитами, в принципе, в закрытой квалификации, вот последний день, когда вот Empire и Creepwave были. Когда мы проиграли, ну, знаешь, такое ощущение, как будто земля из-под ног уходит. Вот. Поэтому, я не знаю, это назвать, наверное, не тильт уже. В этот момент ты не тильт испытываешь. Опустошение, что ли, какое-то. Какое место занимает психология в Доте? И насколько она сильно решает ее? Психология занимает в Доте, я бы сказал, даже в любой сфере спорта именно, 90%, а то и 95%. Если ты морально силен, то у тебя не будет мыслей таких, то, что ты можешь где-то проиграть или что-то у тебя не получится. Это изначально, вот если, не дай бог, конечно, то, что перед турниром все команды будут такой, ну, в голове, вот просто капелька такой мысли, то, что они могут проиграть или что-то у них не получится, то они уже проиграли, можно говорить, то, что очень важен твой настрой моральный, ментальный. И если ты ментально силен, то можно добиться чего угодно на самом деле. Ну, как говорится, если сильно захотеть, можно в космос полететь. Также и в любой сфере спорта. И в киберспорте то же самое. Хорошо. А бывает ли такое, что вы наоборот с плохим настроем приходите в игру, начинается игра, и у вас все очень хорошо получается, и вы за счет этого уже ментально апгрейдитесь, получаете такой бустап? Есть вот две стороны медали, да? Вот первая сторона, которая вот ментально настроен. Есть второе еще, вторая сторона. Когда ты ничего не ожидаешь, нет ожиданий каких-либо, ты играешь налегке. Ты расслаблен, спокоен, и тебе вот, ну, грубо говоря, нечего терять. Ты играешь просто, ну, ради своего удовольствия. И так происходит то, что в играх, когда ты играешь ради своего удовольствия, ты пробуешь что угодно. И ты не боишься что-либо делать, и ты уверен в своих силах. И это, наоборот, может сыграть на пользу. Ну, это две стороны медали. Просто и когда, как это срабатывает. Но не всегда то, что, ну, так работает, как я сказал. Хорошо. Итак, насчет кунваров. Играли ли вы с кем-нибудь из нынешних участников The International? И какие у них были результаты с вами? Да, мы играли, но не совсем получилось, потому что мы играли как раз D2CL, это вот перед The International, а команды как раз с International, они тренировались. Ну, в принципе, результаты, ну, неплохие. Переигрывали мы их даже. Азиз, Исламбек, как ваши родители относятся к роду вашей деятельности? Изменилось ли их отношение к вам после того, как вы выиграли большой турнир? Ну, у моих родителей отношение, наверное, изменилось к этой сфере в году, так скажем, в 15-м, наверное. Ну, в 13, ну, с 13 по 15 год, когда я начал что-либо зарабатывать, какие-то маленькие деньги. И даже призы в виде телефонов, смартфонов, ну, всяких разных. И приносил их домой, и так получилось то, что мои родители это увидели и уже примерно начали понимать, что в этом есть толк. Есть какое-то будущее, и я, ну, то, что я не просто так этим занимаюсь. И уже тогда, наверное, уже начали как-то лояльнее относиться ко мне, к моей сфере. Тогда, наверное, изменилось. Мне так. Ну, у меня чапа. У меня, в принципе, обычно относится, это работали. Ничего такого сверхъестественного. Единственное, наверное, напрягает, что я дома сейчас сижу. Ну, потому что мы тренируемся там и играем поздно по центральному европейскому времени. И поэтому... Ну, иногда волнуюсь, наверное, из-за недосыпа, что там полночи мы сидим за компьютерами там, и так далее. Ну, в принципе, абсолютно адекватно. Нормально относится. После победы на третьем сезоне Dota 2CL вы стали очень популярны. Какая-нибудь организация хотела ли вас подписать? Ну, после любой победы на таком более-менее крупном турнире, я не считаю, что Dota 2CL это прям супер крутой турнир, супер крупный, да, ну, по сравнению с International. Ну да, обратили внимание, так как много составов сейчас, то есть организации остались без составов там, и так далее. Возможно, в следующем сезоне мы будем играть под другим тегом,
кто знает. Под каким, я вам не скажу. И не скажу, кто писал нам. Ладно, можешь не рассказывать, но я знаю, что ты в этом замешан. Ну, все возможно, я думаю. По-моему, мы с Ламбек сам даже не знаем, да? Чего? Ага. Все, ты ВП же, даже это был маленький инсайд от нас. Да. Virtus Pro Arrow. Ну или Европа. А может и Америка. Да. ЕГЭ вроде плохо выступили. Evil Genius Arrow. Хорошо звучит, да? Да. Неплохо звучит. Хорошо. Изначально вы обещали, что на интервью придет Айбек Найфтукаев. Где он сейчас? У Айбека Тукаева важные дела. Ну, у него фамилия важная. Мешает много вопросов, серьезно просто. Поэтому не смог прийти. Можем ли мы ожидать от вас присутствия в полном составе на, возможно, следующее интервью? Ну, обещать не могу, потому что мы планируем, если будет буткемп, планируем его делать не в Казахстане, так как здесь интернет, ну, пинг, я думаю, все понимают. Ну, все возможно. Вот недавно приезжали парни, были в Алмате, в Казахстане, и наш CEO Александр приезжал. Ему очень Алмата понравилась. Наверное. В принципе, это возможно, я думаю. Но просто я не знаю, когда это может случиться. Хорошо. Спонтанно может случиться. Так вот, ну, условно, приехали в Алмату вообще за неделю буквально, там, за две. Все резко, спонтанно. Мы должны были лететь в Монголию на ЛАН. Он отменился, и в Алмате ребята остались. Мы играли с буткемпа с Алматы здесь, ДДЦЛ. Вот наш игрок с Украины, Владислав. Побывал тоже в Алмате. Ему не понравилось то, что ему надо всегда ходить вверх. Он уставал, потому что он, куда бы он ни шел, почему мы идем вверх? Мы повезли его на Медео, то есть мы поехали на Медео. Я и Самбек, и Владислав не смогли по лестнице подняться. Дошли до середины. Не дошли, да. Не дошли, ну там нереально. А куда середину мы дошли? Покушали бешпармак в заведении, прям вот плотно покушали. И не смогли просто подняться, вот до середины дошли и выдохлись. Спустились вниз. Чай попить. Чай именно. Именно боржоми. Чай. Боржоми. Чай. Воды. Вот. Я думаю, что ребятам понравилось здесь. И я думаю, они еще вернутся. Угу. Вот тут, так что это возможно. На этом наше интервью подходит к концу. Хотите ли вы оставить пожелание своим фанатам, зрителям, подписчикам или же нам? На самом деле поддержка от болельщиков очень важна для нас. И хейтеры... Я бы сказал, что хейтеры, ну, мы их неправильно называем, это не хейтеры, это люди, которые больше всех болели за нас, и мы не оправдали их ожидания. И поэтому они становятся хейтерами и уже не верят в нас. Вот так и происходит, что появляются хейтеры, но я бы сказал, что они больше за нас болеют, чем обычные болельщики. И то, что хейтерам я тоже рад, побольше ставочникам тоже рад. Конечно, ну, можно посмотреть комментарии и повеселиться, посмеяться, поднять себе настроение. И многие думают, что если вот проиграют свои деньги, то виноваты только мы. Но, опять-таки, вы не учитываете те факторы, которые могут повлиять на команду и на турнир в целом. Так что следите за нами чаще, чтобы не пропускать эти моменты и делать ставку получше. Ну, в принципе, так. Ну, что я скажу? Болейте за нас. Мы попытаемся оправдать надежды. Я думаю, даже не попытаемся, сделаем все, что в наших силах. Ворвемся в следующий сезон. Как V-Gaming, может быть. А может быть и нет. Время покажет. Что пожелать-то? Те, кто пишет комментарии, переходит на личность, всех забанят. Хорошо. Все, тогда спасибо. Спасибо за прям отличную беседу, спасибо. За отличный разговор и интервью. Прям вышло выше всяких похвал. А мне руку не пожаловать. Вам в самый раз. Вам спасибо, что позвали. Да, спасибо, что позвали. Интересное интервью. Надеюсь, еще встретимся. Всем спасибо. С вами была редакция prosport.kz, отдел киберспорт, и пока.